островы частично произведен, а соответственно деревья молодые повреждены, кора деревьев поотлетела, соответственно эти деревья зимой замерзнут. Уже стоят двух-трехлетки, соответственно, тоже на этих деревьях кора повреждена, и эти деревья замерзают зимой. Уже неоднократно велась беседа, делаются даже вот такие вот типа защитные стаканчики, чтобы кора не могли повредить, но не спасают. ЖО-27, мастер ЖО-27 из уже третий год подряд не прислушивается к жителям и вредит деревья, которые потом вымерзают деревья, а приходится новые посаживать деревья за место старых деревьев.